Евгений Викторович, ну расскажите, пожалуйста, кому принадлежит вот это действие, кто это сделал вот вообще? Неизвестного нам человека, который в субботу, примерно в 15-15.30, атаковал наше лечебное учреждение и вот таким образом оставил себе память, разбив весь наш сельский пакет на наш пакет. Человек в состоянии подводного опьянения, нам неизвестный, но потрудился не слабо, да? Ущерб нанесен крайне серьезный. Восстановить своими силами в больнице в ближайшее время, конечно, не сможет. Будем что-то пытаться делать. В таком виде, конечно, мы не оставим, но факт абсолютно вопиющий, я считаю. Таких людей нужно привлекать в ответственность по полной программе, потому что вот так вот приходить в медицинское учреждение и уничтожать имущество, кстати говоря, он еще и повредил нашему вахтеру, пожилой женщине, мягкие ткани головы, предплечья, то есть она получила травму на производстве. Я считаю, это абсолютно требует серьезного наказания, такие вещи прощать никому нельзя. Вот и главная задача, конечно, восстановить все это разрушенное.